Берег Кожинского карьера стал местом соревнований по спортивному туризму, которые провел Центр творческого развития и гуманитарного образования «Романтик», где эту дисциплину преподают много лет на очень высоком уровне. Участвовали более 170 ребят из 7 школ округа и 2 сборных команд из самого «Романтика». Перед ребятами постарше стояла задача показать командную работу, выполнить спуски и подъемы, а также страховку товарищам. Младшие школьники работали в парах, и для них была предусмотрена дистанция менее сложная. Все ребята имеют достаточный опыт занятий спортивным туризмом на базе учебных учреждений и теперь получили допуск к участию в тренировках в реальных природных условиях. Педагоги центра «Романтик» работают на базе многих школ нашего городского округа. Это и Литвиново, это и Медвежьи озера, это Монино, это Чкаловская. И это многие-многие-многие школы Щелково, самого Щелково. Да? В Серково у нас туристская группа, то есть если говорить о периферии. Вот. И там работают тренеры, которые... ротеют за свое дело, собственно говоря. И на этих базах этих школ проходят тренировки именно по спортивному туризму. Неподготовленные дети сюда не поедут. Здесь все дети, которые готовятся на протяжении всего года, чтобы приехать и попробовать себя на этих соревнованиях. Занятия в природных условиях – это серьезное испытание. Но ребята к ним готовы. По их признанию, здесь им нравится буквально все. Мне надо спуститься... с пидестежкой через узел, забрать контрольный груз и подняться с пидестежкой через узел. А тебе приходилось так делать когда-нибудь? Но только на тренировках. Нравится? Да. Хорошие друзья всегда помогают, когда мы походы ходим, на различных соревнованиях все друг другу помогают. Мне здесь очень нравится. Андрей Цеходович, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.